На площади Свободы патрульные машины. Вокруг собрались дети и взрослые. Копы рассказывают малышам о правилах дорожного движения. Также все желающие могут сделать фото с патрульными на фоне служебного авто или с четырехлапыми помощниками правоохранителей. Уже многие детки отвечают взрослым на вопрос, что это за порода. Для общего развития им обязательно, конечно же, всем интересно. Всем интересно, дети, с собачкой общаться. Я с детства хотела стать полицейским, и я когда пришла на это мероприятие, я уже успела побывать в полицейской машине. И не только. Мы владели собаку полицейскую, общались с полицейскими. Цель мероприятия, рассказывают патрульные, наладить взаимодействие с людьми. Власне, сьогодні ми зібралися на цій площаді, щоб взяти естафету від інших українських міст під назвою «Різдво з патрульними поліцейськими». Такого плану захід перший. Ми проводимо багато різних заходів, котрі спрямовані, щоб могли люди так різного віку, дітки маленькі, більш старші, приходять задавати питання, котрі, тому що, нагадаю, патрульна поліція та взагалі поліція відкрита для всіх, для кожного. Подобные акции уже прошли в Киеве, Днепре, Львове и других городах Украины. Маргарита Минайлова, Дмитрий Герасимов, медиагруппа «Объектив».